Это интервью с генеральным консулом России в городе Бресте Игорем Конякиным мы записали накануне. Как и у соотечественников, у дипломатической миссии сегодня выходной. День народного единства в календаре наших соседей появился относительно недавно, в 2005 году. Но его событийность и внутренний смысл особенно важны для такой большой страны. День народного единства, который отмечается в России 4 ноября, это один из значимых государственных праздников. Здесь, в Беларуси, празднует праздник, мы его как-то по-особо отмечаем. Ну, во-первых, это самое главное, что здесь очень много проживает наших соотечественников. Вот в той же Брестской области это порядка 15 тысяч. И, конечно, одно дело, когда консульство, так сказать, само по себе этот праздник проводит, а другое дело, когда проводятся вместе с соотечественниками какие-то мероприятия, вместе эти события празднуются. Сегодня в Российской Федерации проживают представители 160 национальностей. И несмотря на различия в языке, культуре, обрядах, все вместе они сильное и мощное государство, которое будет продолжать свои дружеские отношения с нашей страной. Беларусь и Россию объединяют большое количество проектов, экономические и торговые отношения. Но самое главное – это общая память. Не одну совместную экспозицию разработали наши ученые и историки для того, чтобы сохранить правду о событиях, в частности, Великой Отечественной войны. И работа эта будет продолжена. Ведь страниц, на которые просто необходимо пролить свет, в книге жизни еще очень и очень много. Я уверен, что именно благодаря вот нашему двустороннему взаимодействию, а здесь на региональном уровне, это особенно хорошо чувствуется, что мы фактически одни и те же. Ну, действительно, у нас одно прошлое. И еще раз будет, я уверен, подтверждено, что у нас и одно будущее, единое будущее. Оглядываясь на ту историю, которая у нас есть вместе, которую мы прошли, по-другому быть не может. Ну и, конечно же, для наших горожан, для жителей Брестской области, имеющих статус гражданина России, в торжественный день звучат пожелания и поздравления. Сегодня, отмечая День народного единства в России, мы искренне поздравляем всех наших соотечественников, проживающих в Республике Беларусь. И пусть этот праздник подарит им любовь, радость и веру в хорошее будущее. С праздником вас! К теплым словам присоединяется и коллектив телекомпании БУК-ТВ. А в субботу в программе «Итоги недели» Игорь Конякин поделится своим мнением на многие общественно-политические моменты, расскажет о влиянии на его судьбу работы в Беларуси, в Бресте и поделится планами на будущее. Будет интересно!